Премьера 16-серийного сериала «Родная мачеха» состоится 22 ноября 2021 года на канале СТБ. Кратко о сюжете сериала. По сюжету размеренная семейная жизнь дизайнера-архитектора Марии Ветровой неожиданно превращается в сущий ад. Ее обвиняют в заказном убийстве собственного мужа. И хотя ее вина не доказана, девушку арестовывают. Позднее ее отпускают под залог, но Марию ждет череда новых проблем. Свекровь выгоняет ее из дома. Только дети и отец верят в то, что она не совершала преступления. После смерти отца, лишившись его поддержки и влиятельных связей, Мария пытается сбежать от полиции в соседний город к тете, чтобы разобраться, кто же мог так ее подставить. Но по дороге автобус, в котором она едет, попадает в серьезную аварию.